Брускетта с прошутто понравится всем любителям вкусных закусок. Добавим к прошутто рикотту, розмарин, сливовые помидоры, специи. Будет очень вкусно и красиво, аромат у такой брускетты неповторимый. Как приготовить брускетту с прошутто? 1. Включите духовку нагреваться на 215-220 градусов. Список ингредиентов в конце видео. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Обещанный список ингредиентов. Масло оливковое 7 столовых ложек, багет 1 штука, чеснок 2 зубчика, соль, перец черный по вкусу, сливовые помидоры 6 штук, сыр рикотта 10-1-2 столовые ложек, прошутто нарезка 5-6 ломтиков, лимонный сок 1 столовая ложка, руккола пучок 1 штука, количество порций 6. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которые поможет вам вкусно готовить. Друзья, жду вас снова.